Первый всероссийский форум Ассоциации юристов прошел в Ялте. Участники конференции обсудили ключевые вопросы и проблемы, связанные с процессом интеграции нормативно-правовой базы Крымского полуострова в общероссийскую законодательную систему, а также вопросы взаимного сотрудничества ведущих профильных учебных заведений Крыма и России. Главная задача форума – не только решение внутренних проблем образования и взаимодействия с органами власти, но и выработка концепции помощи простым гражданам, объясняет вице-премьер Лариса Апанасюк. Работа в этом направлении уже ведется, а теперь главная задача – четко ее скоординировать. В этом году мы планируем, и в ближайшее время это уже состоится, заключить соглашение с Министерством образования Республики Крым о сотрудничестве Крымского отделения Ассоциации юристов и Минобразования Республики Крым. В этом соглашении мы предусмотрим направление нашего совместного сотрудничества. На самом деле у нас уже достаточно много соглашений заключенных, и с прокуратурой Республики Крым очень активно работаем по оказанию бесплатной правовой помощи населению. Тема для общения интересна. Многие ведущие юридические институты страны готовы оказывать, а некоторые уже и оказывают помощь своим крымским коллегам. Помощь в разработке учебных планов, совместных проведений конференций, помощь литературы и там, электронными изданиями и так далее. И мы ее оказываем уже в течение года последнего. У нас есть соглашение между нашими вузами, и мы постоянно занимаемся какой-то таким дружеской поддержкой. У нас очень интересный тоже вчера проект начали в рамках подготовки молодых ученых, юристов, школу молодого ученого. Тоже провели так называемую крымскую школу. Я думаю, что это тоже будет добрая традиция в Крыму проводить осенью эту школу. И это будет всероссийская школа, на которую будут приезжать молодые ученые со всех уголков нашей страны. Кроме того, участники форума ведут обсуждение эффективности действующей образовательной системы в юридических университетах страны и готовят предложения по ее преобразованию. Самое главное, что мы хотим сегодня сделать, мы хотим получить единство мнений о том, в каком мире, в юридическом образовании мы живем, создать новое учебно-методическое объединение и в рамках этого учебно-методического объединения приступить к конкретной работе по переходу российской системы юридического образования на двухуровневую систему образования, бакалавриат и магистратура. Абсолютно все представители нашей профессии, все сегодня члены большой юридической российской семьи. И большую роль в этом играет Ассоциация юристов. Поэтому я думаю, что Ассоциация юристов будет развиваться. Для нас очень важно сейчас усиление развития Союза молодых юристов Крыма, потому что все время летит очень быстро. Насколько молодые юристы Крыма сейчас войдут в российскую юридическую систему, от этого будет зависеть будущее юридического Крыма. По итогам конференции участниками будет принят ряд резолюций, которые в последующем преобразованном виде будут выдвигаться уже в качестве предложений по внесению конструктивных изменений в российское законодательство. Егор Петрунин, Николай Гришко, служба новостей ТВ, Ялта.